Мощи Николая Чудотворца прибыли из-за границы в Воскресенский собор в Череповце. Поклониться православным святыням может каждый желающий. Мощи будут находиться в храме до конца января. Мощи подарили наши благодетели, а вот красивые мощевики, которые вы видите, где мощи размещаются, значит, мы собирали нашим собором прихожане. Был полгода назад организован сбор. Благодаря нашим благодетелям, благодаря нашим прихожанам получилось вот такое чудо. Все мы знаем, что святой Никола, он является у нас на Руси самым первым помощником, самым первым святым, к кому люди обращаются чаще всего. В церкви есть определенный день, это четверг, когда церковь чествует святого Николая Чудотворца. Такая великая его сила пред Господом. Что просит? Ну, если взять из жития Николая Чудотворца, он помогает в разных трудностях. Замуж, кто не может выйти, просит жениха, работу просит, нищете просит, здоровье просит, чтобы Господь даровал здоровье помолитвам святого Николая Чудотворца. Ну, я считаю, что это вот очень важно для нас. Люди должны во что-то верить. Просят за все, за мир, за спокойствие, за детей. Чтобы не было войны. Мне кажется, это большое имеет значение. Во-первых, люди могут прикоснуться к этим святыням. Во-вторых, наверное, это лишний повод осмыслить свою жизнь, все ли мы делаем правильно. Ну и, наверное, очистить душу, придя в церковь. Каждый, наверное, кается в чем-то. И я думаю, что это очень большое духовное значение имеет для каждого человека. Что-то святое, что-то такое ближе к душе. Человеку. Мне кажется, это очень важно просто. Надо просто это верить в душе, в сердце.